Разулась? Что разута? Да. Стой! Ёханый бабай. Не, я ж тебе, то я поехал по своей. Я поехал. Не, надо было вот же вверх. Нож кидает, в левую сторону, туда, ну сюда. Давай его заберем. Вот так, одним сюда вышел, а потом уже сюда вышел. На. Что, на, держать? Держу. Кто там поднимет? Давай, удачи. Бережи нету. Да вон за вас цепляй. Как же вот это вроде? Какого? Миша. Включу пониженную. У меня? Да. Сильно? Полностью. Да она так подержит. Она не подержит. Садись, я сниму. Я не умею. На место вроде. Упор поставь. Да. Поможет. Так она... Нет. Так она заклинена колеса все равно. Стой! 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 Надо еще одну машину. Идет, идет. Чуть колесами может, а. Ну вот и все. Ой, поиск дырки под хайджек. Да нет. Сзади точно есть. Да сзади точно есть, а впереди нет. Вот есть колесо, господи, надо. Мы хайджек не поставим. Вот есть, давай. Есть? На. Вот хайджек, а? Нашли? Смой сюда, пожалуйста. Нашли дырку. Сейчас, подожди. Сейчас поднимем, помоем. Нашел ты? Бодя, давай, ты штурман, блин, серьезный. В белых кроссовках. Да, Бодя самый лучший штурман. Да? Да. Надо, наверное, больше уклон дать, чтобы он фару не рассыпал. Ну, здрасте. Зачем же? Зачем же покупать? А что, сжег лебедку? Кто? Бодя! Свою лебедку сжег, а тут фару чужую, сука. Держи рукой, блин, рука нафига тебе. Где, Миша, какое это говно называется? Миха, давай воду, где ты с водой снег? Или скажи, где твоя... Ищи ниппель. Я не могу найти. Миха, где твой ниппель, сука? Так, мальчик, отойди. Ну, начинается. Олег ищет ниппель, это же интересное кино.
Смотри, палочка у него специальная. Я не понимаю, делаю. Миха, где ты его заныкал? Вот здесь. Подожди, я свой, подожди. Во, нет, чувак, тогда ты сам. Это ж надо было туда заныкать. Пацаны, с внутренней стороны ищите. Нет. Там, по-моему, под каким-то болтом он. Вот это он? Ты посмотри, какой ход подвески на отбой, да? Да. На давай, отбой. Бодя. Поднимай. Все, уже висит, нет? Все, не трогай. Он на ручнике, Миша, или только на этом? А? На ручнике. Там, по-моему, золотник запрятанный какой-то из болтов. Не, вот, вот. Не. Да-да-да, вон, мы уже опытные. Тут же врангер, только немножко опытнее, короче. Чуть постарше. А, это станет, да? Вранглеры сегодня разуваются, что-то у них проблемы. Идем колеса сейчас, наверное, по ноге. А где вода? Давайте воду. Насос есть? Бобики есть, да? Бьем. У тебя есть? Да, у меня есть. А, есть, да? Да, он в багажнике. Подключай. Боди, оно такое чистое не было со дня рождения, как ты сейчас помыл. Я это в ускоренном под музыку буду включать. Вроде вы помыли за 2 секунды. 2.0 битурбо. Прикинь, он даже чистый. Да, смотри, какая чистота. Да, защита закрыта все. Ничего не попадает вот такой снаружи. А внутри чисто. У нас у всех внутри не такой, да? Осторожно, хайджек стоит неустойчиво. Паша, не сейчас накидаем, он чистый. Ну что, вы наелись и уже вернулись, да? Да. Блин. Позор для Рангера, чистый двигатель, да? Сейчас я свой открою, да? А, все то же самое. Диски остаются. Да. Стой, стой там, Макс, не уходи. Хайджек, да. Ну, пошли. О, все. Есть тряпка, Миш? Миш, есть тряпка, Миш? Есть, верно. Вода есть, сама вода. Все, руки убери отсюда, вот. Уже качает, уже долезла твоя. Я могу водичку сказать. Это все нормально, никто не зарывает. А что за тапки? А, это эти, по-моему, это мишки. Нита. Не, прокол. Нита. Нита? Нита. Поотпадали, ты видишь? На одном держится. Да? Ну, отвалится вообще. Потеряешь. Оторви. Это ж нужная вещь? Да. Надо евро подключение. Ты оторви, это ты себе сказал? Тебе. Мне рука звонит. Жестко съел. Так, ну все нормально. Едем. Едем, едем. Дальше. Так, ну вот такая видимость. А! Переднее спущено колесо. Давайте до лагеря доедем потихоньку. Так там уже ничего такого нет у нас. Там уже накачаемся. Да, нормально катнули. Видимость плохая. Да, аж влево тянет. Наконец мы доедем до лагеря.
поехали помочь быстро Ниве. Очень быстро не получилось. А тут все высохшее, я забыл. Да, давно такое не скучное, сухое не было. Тут хотя бы чуть-чуть была вода. Видите, вот тут были лужи, причем такие жесткие. Все высохло наглухо. А что под грушей здесь? Есть траектория, можно кататься. Вот это легендарное место. Проедем, может? Или да ладно, давай покушаем потом. Да, 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 согласен. Ну вот мы и на месте.